Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Ирина Виноградова. Говорят, что 30 лет назад она нашла в капусте девочку. Спросим ее, правда ли это? Да, это правда. Только не в капусте, а в свекле. Работаем, ребят, работаем. Привет, привет, привет. Мама Даша. А кто такая Даша? А когда у Даши день рождения? А? Или симпатичная? Красивая. Красивая. А ты хочешь быть похож на маму? Ты на Софию хочешь быть похожа? Да? У меня лоб чуть-чуть поменьше. Уля! Эй, приветик, моя красоточка-то. Ой, моя. Красоточка. Слушай, Викусь, а если бы у тебя было много денег, какой бы подарок ты маме купил на день рождения? Я ей буду рисовать открытку. Да? А в магазине бы чего? Ты в магазин пойдешь, что ты маме купишь? Подарок как? Не знаешь, что? Открытки я буду ей давать. Открытки. Я буду ей покупать. Сладенькое или солененькое? Солененькое. А кто быстрее бегает, мама или ты? София. А ты знаешь, что мама больше всего любит? А ты хочешь быть похож на маму? Угу. А в чем ты хочешь быть похож на маму? А
когда у мамы день рождения, Софии? Весной. Не знаешь? А что ты ей подаришь? Открытку, что? Когда день рождения? Что? У тебя когда день рождения? Весной. Весной. А у мамы когда? Зимой. А сейчас что, зима или лето? Зима. А почему думаешь, что зима? Не знаю. Ну да, но сейчас же... Ну, весна, ближе весна подходит. Куда ближе подходит? Куда, как она уступает место? Она уходит, да, куда-то? Или уезжает? Она уходит на север. Или улетает? Улетает на север. На север. Зима на север улетает, да? А лето с юга приходит, да? Нет. Ну, вот видишь, как разобрали все грамотно. Вкусный тесто, больше теста. Что бы ты купила? Что бы купила? Больше кексов. Ты кексы любишь. И мама любит кексы, да? Да. Ниже ростом и помладше раза в два. И на все вопросы у тебя свои слова. Отчего не знаю, я с тобою закрутил. И за что тебя я полюбил? За твою красивую улыбку, за твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку. Полюбил и нечего сказать. За твою красивую улыбку, за твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку. Полюбил и нечего сказать. Прости меня, золотая моя грусть. Без тебя никак я уже не обойдусь. В омутах глазах свое я сердце утопил. И за что тебя я полюбил? За твою красивую улыбку, за твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку. Полюбил и нечего сказать. За твою красивую улыбку, за твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку. Полюбил и нечего сказать. Полюбил тебя я не на шутку. Полюбил и нечего.
нечего сказать. За твою красивую улыбку, за твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку, полюбил и нечего сказать, сказать. А ты знаешь, кто такая Даша? Да. А кто это такая? Это кого-то крестная? У Яны или моя? Моя крестная? И у нее двое детей. София и Вика. Они приезжают к нам очень часто. И мы с ним иногда приезжаем. А ты любишь Дашу? Очень люблю. Очень люблю. Почему ты ее любишь? Потому что она хорошая. И когда мама уходит, она с нами остается. И она что-нибудь там вкусненькое варит. И... когда она приехала на Новый год, она привезла подарки, но это только у Яшки была. Вот Яшка была. Ух ты. Вот, это мы обнимаемся. Ух ты, с кем ты обнимаешься там? Привет, Даша. Тебя очень люблю. Открыточку подпишешь? Да. Ну, хорошо. Ну, молодец. Я ей блокнотик сделаю. Хорошо. Ну, поздравь Дашу. Вот просто скажи, Даша, вот как ты ее поздравишь? У нее день рождения не сегодня. Ульяш. А вот это мы вся семья. Ой, Господи. А где там? Покажи, где там кто есть? Ну, молодец. Дружная семья. Да. Правильно. Мама, папа, я. Дружная семья. Кто такая Даша? Да, знаю, конечно. А кто же такая Даша? Это София и Вика. Вот они. Обеие. Вика такая надула губы и сидит такая. Ага. Надутая? Чем надутая? Губами. Патиса, меня отнимают. Ладно, я тебя люблю. А ты можешь сделать сердечко? Вот так вот, сердечко можешь сделать? Да. Ну, сделай. Конечно, умею. Умеешь, да? Ну, делаю. Если я вам эти смайлики сделала, то они у вас на телефоне. Как ты думаешь, это много 30 лет? Угу. Это примерно сколько? Как ты думаешь? Хорошо. Тебе сколько лет? 4. Покажи 4. Вот. А 30 теперь покажи. А сколько это 30? А 30... Лишь вчера тебя качала в колыбельке небольшой. А теперь ты взрослой стала. И красавицей какой. 30 лет тебе, дочурка.
не печалься никогда. Пусть счастливые минутки вьют счастливые года. Ну что, друзья, поднимем бокалы? День рождения, и поздравления льются рекой. Вам желают большего везения, забыть проблемы все, день праздничный такой. Пусть горят огни, сияют лица, лучшее вас ждет впереди. Будем вместе петь и веселиться, радости вам счастья.